Алчность моя чуть не погубила меня во свете лет. Эта история произошла в лихие 90-е, когда дети переставали мечтать о профессии космонавта, а зато мечтали стать крутыми бизнесменами. В каждом вузе спешно открывались экономические факультеты. Даже в медицинском, наверное, было что-то этакое. Но мне повезло. Никаких трупов и анатомичек. Я поступил в безобидную сельскохозяйственную академию. И все было бы отлично, если бы не практики с выездами в глухие деревни. Все, наверное, знают, в каком запущенном виде оказывались советские колхозы и совхозы. Люди уезжали из деревень в города, иногда даже не продавая дома, оставляя их на разграбление нечистым духом. Про духов это я загнула. Хотя чем черт не шутит. Я ведь попала тогда в очень стрёмную историю. Моя практика проходила в такой унылой деревне. Первое, что я заметила, все деревья были вырублены. Все. А ведь там когда-то было даже садоводческое товарищество. Но вместо него остались одни пеньки. Во всей деревне сохранилось одно единственное дерево во дворе полубезумной тетки, которой эта чахлая береза была дорога как память. Случился там у нее первый поцелуй или еще что, никто не знает. Но березу срубить она не дала. Я же, чтобы не ездить из города в деревню, остановилась у местной бабульки. Одной из тех, что не желали покидать деревню даже под страхом смерти. Баба Маша была не страшная, замкнутая немного и нелюдимая. Но там все такие были с приветом. Времена-то лихие, можно понять. Бабуля вежливо попросила меня не включать свет, когда стемнеет, потому что электричество нынче дорогое. Так что пришлось писать отчеты при свече и лунном свете. Практика моя проходила в местной бухгалтерии. Познакомившись с деревенскими бухгалтершами, я решила, что лучше закопаться в пыльные бумаги и не обращать внимания на чокнутых тетушек. Я переписывала данные в тетрадь и слушала унылые разговоры о том, как все дорожает. Страну развалили, а вот у Марины Андреевны последние туфли износились. Под конец практики я готова была выйти от этих разговоров, и мне было неуютно ходить среди этой бедноты в кожаной куртке. Скуку деревенской бухгалтерии взорвал деревенский участковый, который сообщил, что убили Марину Андреевну. Вот и не нужны ей уже туфли. Отмучилась. Надо сказать, что это та самая тетка, в окна которой стучала ветвями белая береза. Единственное дерево во всей деревне. Это-то и дало повод позлословить моим коллегам по профессии. Мол, предупреждали же дуру. А нет, память о милом Ванечке была дороже. Где теперь тут Ванечка и где теперь Марина Андреевна? А березу все непременно срубить. Эти разговоры меня напрягали. Когда я спрашивала, что такого в этой чертовой березе, все замолкали и косились на меня недобро. «Вот именно чертовой!» – подняла палец главбух. Я замолчала, уткнувшись в какой-то документ. Нет, в черте я не верила. Хотя это богом забытое место в самый раз для их пристанища. Тот же вопрос о березе я задала бабульке, у которой квартировала. Разговор происходил в темноте. Только луна освещала комнату. Старуха сидела ко мне спиной. А потом вдруг резко повернулась так, что я невольно отшатнулась. «Не спрашивай, девонька. Если жить хочешь, не спрашивай и не зажигай свет». Она зажмурилась и стала шептать «Отче наш», отчего лицо ее сделалось совсем жутким. Мне тогда показалось, что она готова все рассказать, и ей очень хочется рассказать. Но она закрыла себе рот молитвой, словно запечатала. Я не стала больше ни о чем спрашивать, и пообещала себе свалить из этого стрёмного колхоза как можно быстрее. Днем, проходя мимо дома Марины Андреевны, я услышала звук срубаемого дерева. Мужики рубили березу и матерились так, что уши заворачивались в трубочку. Матерились они громко с выражением. И уж точно не потому, что устали рубить одно хилое деревце. Я понимала, что так люди делают от страха, а крепкое слово отпугивает нечисть. Вспоминали слова моей суеверной тети. Там же во дворе был и участковый. Он не помогал мужикам, просто наблюдал. Был он самым молодым из всех и выглядел очень напуганным. Я осмелилась подойти к нему спросить, а что здесь все-таки происходит? На этом дереве когда-то кто-то повесился и теперь мертвец мстит. Участковый, а звали его Алексей, сначала пристально рассматривал меня, потом нервно как-то засмеялся. «Меньше смотрите фильмы ужасов». Мы снова засмеялись и будто бы сняли с себя нервное напряжение. Алексей был молод и симпатичен, поэтому я подумала, что не грешно будет немного потусоваться с деревенским парнем, разбавить тоску практики амурным приключением. Стыдливое время Наташи Ростовой прошло, как говорится. Лёша тоже был не прочь подружиться со мной. Наше первое свидание чуть не оказалось для меня последним свиданием за всю мою жизнь. Баба Маша, узнав, что я иду на свидание с Лёшей, да еще поздно вечером, разволновалась вдруг. «Ну что вы, Марья Петровна», – сказала я, – «не волнуйтесь за мою невинность, времена сейчас другие». Она зло зашипела. «Да нужна мне твоя целка, дурёха. Есть вещи страшнее, чем потерять невинность тела, потерять невинность души.
«Вот не понимаете вы, молодые, суете свой нос куда не следует». Бабка махнула рукой. «Значит, так тому и быть». И снова зашипела свою молитву, от которой меня кидало в дрожь. И я не собиралась прыгать с Лёхой на сеновал в первую ночь. Зря эта старая обо мне так плохо думает. Мы же просто погуляем. Чего мне бояться милиционера, который, похоже, и сам тут зашуган понемногу? Запугали его эти чокнутые ведьмы. Кстати, почему он до сих пор не свалил из этой дыры? Так размышляя, я отправилась на свидание. Было еще тепло. Если бы тут были деревья, я бы любовалась их золотом. Вдыхала запах прелой осенней листвы, а не той человеческой вони, что плотно окутала деревню. Но Лёша сказал, что деревья еще остались. Немного, но есть. И привел меня к вырубленному саду на краю деревни. Здесь все дома были брошены, а оставшиеся деревья почему-то обнесены колючей проволокой. «Лёша, что здесь случилось?» Я вдруг подумала, что бабка права. И не стоило мне гулять с этим странным парнем. Он смотрел на деревья, и мне не нравился его взгляд. В нем мешались одновременно испуг и какая-то твердая решимость. От этого взгляда меня кинуло в холод. «Однажды деревья сошли с ума», – тихо произнес Лёша. «Вернее, не деревья, а их тени. Когда темнело, люди включали свет. Тени, отбрасываемые от деревьев, падали на окна. Особенно тень становилась жуткой, когда падала на занавешенное окно и проглядывала сквозь. Когда ветер шатал деревья, тени казались живыми. Но это не пугало. Это было так привычно. Я сглотнула. «Беги от психа!» – вопила моя интуиция. Но ноги словно приковало к месту. Я слушала безумный рассказ безумного милиционера. В одну недобрую ночь семью председателя товарищества нашли мертвой. Он, жена, трое детей. Все мертвы. Не было никаких следов насильственной смерти. Их никто не убивал. Они будто бы уснули и не проснулись. Пятеро человек в одну ночь. «А что с ними случилось?» – прошептала я. Вскрытие показало разрывы внутренних органов, будто их разодрали крючьями. Но внешне все тела были целыми. Ни один человек так не сможет, каким бы ловким хирургом ни был. Он замолчал. Ветер раскачивал невырубленные деревья за нашими спинами. Сходила луна, и тени ложились на дорогу. Я невольно отступила в сторону. Лёша продолжил рассказ. Потом стали умирать люди. Все точно так же. Внешне никаких повреждений. Внутри разорванные органы. Конечно, все всполошились. Позвонили куда надо. Но не нашли никаких вирусов. Ни возбудителей, или как там. Вообще непонятно, что это было. Нас не поставили на карантин. Кому мы сейчас нужны? Люди стали спешно уезжать из деревни, увозить семьи. Кто не успел, тот жестоко умер. Я тогда еще подростком был, и я видел. Что ты видел? Как тени за окном проникают в дом. В доме горит свет, а тени от деревьев все равно видно. И видел, как они проникают в человека. Это была моя мать. Эти острые ветви разорвали ее изнутри кокрючими. Даже крови не было. Но они это сделали. Лёша закрыл лицо ладонями. Я это видел. Я обняла его. Наверное, в детстве он действительно видел что-то страшное, что свело его с ума. Лёша дернулся, высвободился из объятий. Посмотрел на меня, сжав мои плечи. «Беги!» – заверещала моя интуиция. Но я не могла. Слишком жутко все это было. Ноги словно отнялись от страха. Я все рассказал людям, и мне поверили. Деревья вырубили. Осталось немного садовых. Мы не имели юридического права их вырубать. Тогда мы обнесли их колючей проволокой, которую осветил батюшка. И смерти прекратились. «Только Марина Андреевна», – сказала я. «Да, эта старая дура считала, что ее береза никогда. Типа защитница и оберег. Береза долго продержалась еще. Но эта напасть заразила ее. Тени проникли в дом и разорвали Марину в клочья». Я дотронулась до его руки. «Я тебе сочувствую». «Не веришь?» – спросил Лёша. «Мне сложно в это поверить, извини. Пошли лучше домой». Его губы искривила ухмылка. «Не веришь? Давай я тебе покажу». «Нет». Я отступила от него, потом развернулась. И что было сил, побежала домой. А Лёша побежал за мной. Я закричала. Но люди, давно привыкшие к ожившим теням, заперлись в своих домах и не спешили на выручку. Он поймал меня и поволок к саду, несмотря на то, что я изо всех сил упиралась. «А знаешь», – шептал он, шумно дыша, – «они теперь отсюда никого не отпускают, если им не принести жертву. И если я отдам им тебя, я смогу уехать». Мои протесты его не волновали. Он был сильнее. И все, что мне оставалось, читать про себя «Отче наш». Месяц жития с набожной бабкой заставили меня запомнить слова. Лёша кинул меня прямо на колючую проволоку. И тени деревьев вцепились в меня.
Я чувствовала их. Лезвие бритвы на коже больнее стальных колючек. И снова закричала. Крик бабы Маши пробился через угасающее сознание. И я упала в обморок. Только молитва крутилась в мозгу. Очнулась я в своей деревенской комнате, которую снимала. Резко села в кровати и ощупала себя. «Да не боись», – раздался старческий голос. «Цела ты. Главное, душа твоя цела». Я повернулась к бабе Маше. Она улыбалась. «Покой вещи, девонька, и я соберусь. Уезжай мы отсюда». Она поднялась. «Алёша как?» Баба Маша повернулась к иконам, перекрестилась. «Помер наш Лёша. Царствие ему небесное». Она усмехнулась. «Не рой яму другому, сам в нее попадешь». С тех пор я боюсь единственного туполя за своим окном. Зашторило окно так сильно, что ни одна тень не пробьется. Вдруг дерево сойдет с ума, и его тень оживет в темноте однажды.